У нас сегодня воскресенье, 21 января 2024 года, гуляем. Вышли на улицу в Бараново. Вот такая она у нас в снегу вся. Вот на Бараново такие фигурки есть котов. Очень прикольные. Мы с вами пройдемся по городу, по Заснеженному. Я покажу некоторые интересные места, потому что обычно я снимаю летом, а вот зимой, чтобы снег был, такого еще редко, такое редко происходит. Вон там у нас верхнее озеро. Вот такая культурная собачка ждет хозяина около центра Z-Food. Культурная, воспитанная. Не лает, ну, пытается пройти. А встретила хозяина своего, увидела. Это у нас Баранова, башня Врангеля и барахолка, о которой рассказывал. Она неистребима. Как ни старались у нас ее убрать с Баранова, она постепенно возвращается. Основная часть этой барахолки находится на Пролетарке. Но, по-моему, когда вот уже вешалки выкладывают на улице прямо в грязи, ну это вообще уже непотребство какое-то. На тротуарах вот такое вот месиво, пройти не очень-то приятно. Снег, вода, все это застаивается, превращается в болото. Ну вот такая зима. И вот мы вышли с вами к верхнему озеру со стороны Черняховского. Вот такая равнина снежная. Рядом дорога шумит, машина. Идет трамвайчик старенький такой наш. Есть и новый, конечно, но вот этот самый такой. Сейчас вот мы к той башне Дона подойдем, там музей янтаря. Вот это старая стена, которая здесь находится посередине озера. Когда-то это было частью огромной защитной стены на озере. Сейчас вот такие бойницы остались. И вот меня спрашивают подписчики, в частности Сергей Федин, зачем вот эти вот кольца нужны. Вот здесь вот кольцо, наверху кольцо. Ну, если честно, то, скорее всего, наверное, для того, чтобы было удобнее работать артиллерии. Здесь, скорее всего, пушки устанавливали. Пушки тяжелые, отдача, ну и система каких-то было, наверное, приспособлений. Вот такой вид из этой бойницы на озеро. Все простреливалось. Ну, пойдем дальше. Вон еще один крюк, который в стене торчит боковой. А если обратить внимание на стенку, то на многих кирпичах вот такая надпись идет. Это, скорее всего, фирменный знак завода по изготовлению кирпичей, который делался. Надо будет потом посмотреть, что это за... Ну, что за завод, где он находился. И вот такой вид на верхнее озеро. Башня Дона. Вот она справа. Поднялся ветерок, довольно сложно, наверное, будет. Слышно не очень хорошо. Пойдем мы дальше с вами. Мы быстро убежали от площади Василевского и на улицу Боткина. Вечер очень холодный. А тут вот кошак черный дела свои делает. Побежал куда-то.
замерзли, заскочили сюда поесть картошечки. Нет, сироп. Ага, сироп. Здесь просто имбирь. Вот такой гололед у нас сегодня. Завершаем нашу прогулку. Идем домой. Всем пока.